Добрый вечер, друзья. Заказывали посылку на камеру. Ну, у нас сейчас проблема такой с почтой, да, что они вот страйк называется, бантуют, да, забастовка. Надо все подороже, прибавьте зарплату. Ну, сегодня посылка пришла, сын буквально только приехал. Очень интересно, блин, что здесь внутри. Заказали то, что я хотел или нет. Вернее, прислали, да? Камера. Камера Акаса. Мы хотели сначала заказать с фирмой GoPro. Но она довольно вот таки сильно дорогая была. Зайцами я столько не заработал, да? А сын говорит, блин, по отзывам, по рейтингам она довольно неплохо идет. Ну, сейчас посмотрим, что у нас там внутри. Заклеено хорошо, как всегда. Что-что, а заклеивать китайцы умеют. Ну, а мы еще быстрее разрезаем это все. Вот такая камера. Она тоже идет, блин, как экшн-камера и под воду, подводная охота и всякое вот такое, да? Всякое шурум-бурум, короче. Ну, я очень надеюсь, также есть и дисплей. Но он, кстати, никому не нужен, да? Если вот так подумать. HD, Wi-Fi тоже есть, да? 4K, качество должно быть очень высокое, но, как уже там писали, 4К точно не будет, да? Будет, как всегда, около 2. То же самое, все зарядки. Сейчас посмотрим, что у нас здесь в коробке идет. Две батарейки, два аккумулятора внесенного идут. Ну и тут очень и очень много всяких креплений. Постараюсь еще яснее показать. Что-то здесь сейчас ворота маленько. Ну, тут и идут крепежки на краску, на прицел. Ну, вот такой один. Целая один коллекция разная. Ну, так как нам это не идет, мы с сыном решили сразу взять и заодно на эту же камеру крепление на голову. Так, вот это пульт. Одевается тоже на руку, чтобы регулировать вот эту камеру. Так, а вот тут должно быть крепление на голову.
похоже на то. А то у нас очень часто бывает, ну, такие случаи, что присылают совсем не то, да. Вот это крепление на голову, камера крепится уже. И надеюсь, видео сейчас будут чуть-чуть по чистенее. Ну, сейчас она пока вот так прикреплена на коробке. Ну, как вы видите, то же самое крепление идет и здесь. Это фирма Акаса. Ну, надеемся, последующие видео будут покачественнее, и сейчас можно будет и снимать, и выстрелы, и, может быть, со временем будут некоторые видео уже и с арбалетом. Посмотрим, как получится. Видно еще. Ну, вот где-то вот так. Да, крепление у меня довольно вот такие тугое. Ну и потом камера должна быть. Ну, я думаю, это почти всем охотникам известно. И очень много роликов смотрю, примерно вот такие же, да? Ну, потом сын разберется, что к чему. И, думаю, мы еще увидимся. Вот теперь уже в другом ракурсе. Ладно, ребята, спасибо за внимание. И теперь уже с новой камеры. До новых встреч. До свидания.